Итак, в прошлый раз я начал рассказывать про механизм сигналов. Механизм сигналов интересен тем, что это некоторая высокоуровневая абстракция механизма аппаратных прерываний. То есть то, что мы видим вот так вот на уровне процессов, которые обрабатывают сигналы, в принципе, похоже на то, как, что мы видим на уровне аппаратуры и обработки прерываний. Конечно же, есть некоторые отличия, что на уровне аппаратуры у нас все более низкоуровневые такие манипуляции с оборудованием присутствуют. То есть на уровне сигналов у нас уже предоставляются некоторые абстракции, но принцип похож. Соответственно, как мы рассматривали, с обработкой сигналов связана масса сложностей. Первое возникает из-за того, что сигналы являются у нас асинхронными некоторыми событиями в жизни процесса. То есть до этого мы с вами, в общем-то, асинхронностью и не занимались. У нас были синхронные операции чтения записи, позволяющие читать и записывать данные. При этом мы вызывали read и в ответ получали данные. Особенность сигнала в том, что событие сигнала может приходить тогда, когда мы его не просим. С этим связаны многие системно-зависимые особенности обработки сигналов. То, что вот классический системный вызов сигнал, он работает по-разному в разных операционных системах. Это как бы нужно учитывать, по возможности им не пользоваться, использовать стандартный вызов SIGACTION. Ну и кроме того, в силу асинхронной особенности сигналов, большинство функций, которые бы мы нормально могли использовать в нашей программе, вот в основной нашей программе, в обработчиках сигналов запрещены. Это функции print, там printf, fopen, malloc, free, вот практически все содержательное, что мы хотим использовать в программе, в обработчиках сигналов запрещены. Мы можем использовать только набор функций, которые помечены в описаниях как асинхронно безопасные, async signal safe. Это большинство системных вызовов, ну и некоторые функции стандартной библиотеки, например, работающие со строками. Ну, и даже если мы используем системные вызовы, нам нужно позаботиться о том, чтобы правильно работать с переменной erna, чтобы там, не дай бог, ее значение не было искажено в нашей основной программе, то есть сохранить его и восстановить. Собственно, поэтому нам, чтобы как-то это обрабатывать наиболее безопасным образом, такой вот наиболее простой вариант обработки сигналов, это иметь в программе глобальные переменные, какие-то флаги, которые устанавливаются по приходу сигналов. Ну и, собственно, обработчик сигнала у нас сводится к простейшей функции, которая этот флаг устанавливает в единичку. И для этого нам еще понадобится специальное ключевое слово volatile, поскольку компилятор не обязан считать, что глобальные переменные могут изменяться как-то непредсказуемо. Компилятор C и C++, особенно на высоких уровнях оптимизации, вполне могут предполагать, что программа выполняется в один поток, или там, собственно, условно говоря, она выполняется именно так, как записано тело функции. То есть никаких параллельных конструкций, никаких асинхронных конструкций в программе нет. Поэтому, чтобы запрещать оптимизации, нам может потребоваться ключевое слово volatile. Ну, а плюс дополнительно некоторый дополнительный такой утилитарный тип SIGATMFT, который мы можем использовать, чтобы гарантировать атомарную работу с вот этой флажковой переменной. Это вот такие нюансы, которые сразу же возникают когда мы пытаемся обрабатывать сигналы. И то, даже мы видели, что даже вот с учетом этих нюансов у нас все равно остаются проблемы race при проверке значения флага и выполнении действий в зависимости от значения флага. Поэтому нам нужен некоторый более гарантированные способы обработки сигналов, нежели то, что мы рассмотрели. И сейчас мы рассмотрим, собственно, способы, как следует обрабатывать сигналы, если они так уж прям необходимо их обрабатывать в программе. Соответственно, первое, с чего мы начнем, это определим множество сигналов, ну или битовая маска сигналов, более-менее одно и то же. Как я сказал в самом начале, у нас, в общем-то, доступны нам всего 64 сигнала с номерами от 1 до 64. При этом примерно младшая половина их – это такие вот традиционные именованные сигналы, где у каждого сигнала есть своя такая вот
предназначены ему функции, например, SIGSECV или там SIGINT, SIGKILL. А вторая половина сигналов, примерно начиная с номера 33 или в зависимости от системы, где-то так, это так называемые сигналы реального времени, которые предназначены чисто для межпроцессного взаимодействия, которые имеют некоторые особенности, ну, в своей работе, но тоже никакой системной какой-то предопределенной функции на них не накладывается. Итого у нас 64 всего сигнала, поэтому мы можем вот эти вот все нумерованные сигналы хранить, ну, условно говоря, в одной 64-битной целой переменной. Вот как мы видели, у нас есть файл proc.pid.status, который вот несколько раз информацию, связанную с сигналами, именно показывает в виде 64-битного значения, записанного в 16-ричном виде. Вот это вот некоторая маска сигналов и множество сигналов. С точки зрения POSIX API нам не дают с ним работать как с целым числом. Не очень понятно почему, но тем, ну, вот так вот сложилось. И для того, чтобы работать с множествами сигналов, у нас есть некоторые вспомогательные функции. Очистки SIGEMPTSET, заполнение, то есть когда все 64 бита устанавливаются в единичку, добавление сигнала в множество, удаление сигнала в множество и проверки наличия сигнала во множестве. Наличие сигнала во множестве, проверка наличия сигнала во множестве нам, скорее всего, не понадобится, поэтому я даже всего сюда не включал. И вот эти четыре функции позволяют нам произвольным образом манипулировать, как я сказал, вот этим вот 64-битным значением, сдающим нам некоторое множество сигналов. Для чего нам нужно эти множество сигналов? Первое. Когда у нас есть множество сигналов, у нас появляется концепция блокирования сигналов. Что это такое? Вот как мы с вами в прошлый раз смотрели, у нас, если я выведу информацию, относящуюся к сигналам, вот у нас есть какие-то флаги, относящиеся к сигналу. 64-битное целое значение в 16-ричном виде. Что такое блокирование сигналов? Мы с вами в прошлый раз рассматривали, что у нас есть, в принципе, три стратегии обработки. Первая стратегия обработки – это игнорирование. Соответственно, за игнорирование отвечает поле SIGIGN для каждого сигнала, и если у нас сигнал некоторый игнорируется, то уже при отправке он проверяется, что он игнорируется, и, вообще говоря, получатель даже об этом не уведомляется. Вторая вещь, которая у нас поддерживается сигналами, это у нас есть обрабатываемые сигналы, то есть те сигналы, для которых мы с помощью системного вызова SIGACTION установили обработчик сигнала. Это некоторая функция, которые, ну, например, устанавливают значение флагов. И мы с вами смотрели, что доставка сигналов выполняется в две стадии. В стадии отправка отмечает соответствующий бит номера сигнала в флагах SIGPending, ну, то есть pending флаг для всего процесса. Как только мы выполняем kill, системный вызов, соответствующий системный вызов находит процесс, и для него устанавливает единичку в маске сигналов, ожидающих доставки, если, конечно, этот сигнал не игнорируется. И дальше, чуть позже уже, управление передается планировщику ядра операционной системы, которая уже смотрит на маску сигналов, ожидающих доставки, и выбирает из этих сигналов, ожидающих доставки, обычно в порядке возрастания номера, обрабатываемые сигналы и запускает их в обработку либо стандартную, либо вызовом пользовательской функции обработчика. Но вот в этот процесс доставки еще вмешивается множество блокируемых сигналов. Что такое блокируемые сигналы? Это сигналы, которые мы, в принципе, не отказываемся обрабатывать, то есть это не игнорируемые сигналы. Мы хотим получить информацию о них, хотим знать, что они пришли, но не готовы их обрабатывать вот в этот конкретно данный момент времени. То есть мы можем произвольным образом этой маской манипулировать. Если мы для какого-то сигнала устанавливаем эту маску, то мы как бы откладываем обработку этого сигнала.
И сигнал будет оставаться в множестве pending сигналов, пока мы, например, его не заигнорируем или не разрешим. Как только мы снимаем бит в маске блокируемых сигналов, и у нас есть сигнал, ожидающий доставки, вот в этот момент у нас там произойдет обработка сигнала, например, вызовется обработчик сигнала. То есть вот с помощью маски блокируемых сигналов мы можем произвольным образом, так как нам удобно, задерживать обработку поступающих сигналов. Ну, давайте рассмотрим пример об этом. У нас есть основной системный вызов, который отвечает за управление маской блокируемых сигналов. Это системный вызов SigProcMask, который, соответственно, позволяет либо блокировать сигналы, то есть то множество сигналов, которые мы здесь передаем, добавлять к множеству блокируемых сигналов процесса, либо разблокировать сигналы, то есть то множество сигналов, которые мы здесь задаем, убирать из множества блокируемых сигналов, либо копировать, собственно, множество сигналов, непосредственно множество блокируемых сигналов. Если мы хотим, мы можем получить старую маску, то есть то, что было у процесса до выполнения этого системного вызова, в переменную oldset. Там зачем-то она нам может быть нужна. Если она нам не нужна, то здесь может оказываться null. И так вот мы можем и блокировать, и разблокировать, и управлять множеством блокируемых сигналов. Как это можно использовать? Ну, давайте попробуем написать какую-то программу, которая будет это делать. Сигнал H. Ну, давайте мы сделаем обработчик сигнала. Например, того же самого Sigint. Он будет обработчик. Номер сигнала. Ну, и я здесь, наверное, сделаю то, что, конечно, сделать. А, ну, давайте сделаем так. Volatile sigatomic t int fork. И, допустим, volatile sigatomic t, допустим, sigsec. Я здесь взял сигнал Sigint как обычный сигнал, который порождается ядром операционной системы и отправляется в процесс, то есть такой обычный сигнал, а SigSec как сигнал тире исключение нормальной работы процесса, чтобы здесь показать, в чем может быть между ними разница. И в нашей основной программе установим обработчики, собственно, Sigint устанавливаем. Sigaction SA handler в Sigint handler и SA flux SA restart. То есть такой стандартный набор параметров для установки обработчика сигнала. Используем Sigaction, никогда не используем системный вызов сигнал, ну, просто потому что Sigaction работает гарантированно одинаково везде. SigSec точно так же ставим. С теми же самыми флагами. Ну и мы можем теперь манипулировать множеством блокируемых сигналов. Например, у нас будет... Ну, давайте мы даже лучше сделаем так. В зависимости от того, какое значение мы считали, просто напишем какой-то код переключения состояния нашей программы. Допустим, сделаем так. Если x у нас равен... А, и давайте еще будем печатать значение наших флагов. У нас два флага.
Это int-flag и sec-flag. Ну, допустим, если у нас x равно единице, если x двойки, иначе x тройка, иначе x четверка, иначе x пятерка, иначе x шестерка, разные функции сюда повесим. Ну, давайте сделаем так. При значении единицы мы будем блокировать сигнал сегвент. То есть сексет t множество сигналов. К сожалению, тут не очень удобная инициализация, поскольку мы пользуемся только средствами C. И блокируем его. Sigprocmask, sigblock, ss. Ну, допустим, возвращаемое значение нам не нужно. Обратная операция разблокировки этого множества этого сигнала. Sigunblock. Дальше будем блокировать и разблокировать sigsegv. Unblock. И, например, при значении 5 мы, ну, скажем, пошлем себе сигнал, то есть kill getPID segment, отправим себе. А при значении 6 мы, например, я не знаю, увеличим его на единичку. То есть отправим себе сигнал sig-sec. Да, ну и на самом деле еще можем что сделать. Вот такая программа. Давайте попробуем ее запускать и посмотреть на эффекты. Так. PID в UniStud. Почему? Итак, давайте будем запускать эту программу и смотреть, как мы можем переключать состояние, как это у нас все будет работать. Так. Наша программа SIG1. Ну, запустили, соответственно, любое значение. Мы там что-то печатаем. Ну,
Сюда в обработчике добавим установку флага. И будем наконец запускать. Значение 10, которое просто печатается. Итак, в базовом варианте, если мы посмотрим сейчас на статус нашего процесса, у него PID 10840. Мы видим, что у нашего процесса сейчас установлена маска обрабатываемых сигналов 402. Это соответствует сегменту, у него номер 2, ну и SIGSEGF, у него номер 11. Как раз мы получаем такую шестеричную маску. Это вот номера сигналов, для которых установлены обработчики. Ну и если мы будем их отправлять себе, собственно, например, вот отправим себе сегмент по команде 5, или же из терминала отправим сегмент, то же самое. Собственно, вот у нас сегмент send, и соответствующий флажок установился в единицу. Да, единственное, давайте мы его здесь, эти флаги будем сбрасывать. Если мы попробуем отправить себе SIGSEG в обычном режиме, как я говорил, например, 7, ну, собственно, он нам один раз был доставлен, и вот он, соответствующий бит у него установлен. Мы его потом спросили. Если я попытаюсь выполнить недопустимую операцию с помощью разминования какого-то некорректного указателя, то у меня, чего у меня... Ничего не произошло, получается так. А, ну вот на самом деле мы тихо зациклились. То, как я показывал в прошлый раз, отправка сигнала SIGSEG в случае ошибки доступа к памяти и возврат из обработчика сигнала у меня приводит к тому, что ошибочная операция памяти рестартуется. Ошибочная операция доступа к памяти рестартуется, и, по сути, я вот здесь вот зациклился на попытке разминовать некорректный указатель. Собственно, моя программа перестала нормально реагировать. Ну, а если я его просто отправляю как обычный сигнал, то моя программа будет нормально реагировать. Это как бы вот обработка без каких-нибудь блокируемых сигналов. Вот давайте попробуем, например, заблокировать сигнал, ну, так, точно, SIGINT. То есть блокируем, заблокировали сигнал SIGINT, он заблокирован. Посмотрим, как у нас изменилось. Информация о сигналах. Мы видим, что в множестве блокируемых сигналов у меня добавился сигнал с номером 2, SIGINT, и он сейчас блокируется. Соответственно, если я его отправлю в процесс, то пока ничего не произойдет. Вот у меня 10907 kill минус int 10907. У нас теперь сигнал SIGINT является pending сигналом, то есть он, в общем-то, попал уже в список ожидания, условно говоря, процесса, но еще для него обработка не была запущена, поскольку он блокируемый здесь. Ну, можно легко проверить. Никакой флаг нам еще не прилетел. У нас все те же самые значения 0,0 у нас здесь присутствуют. И он будет находиться в множестве сигналов, ожидающих доставки, ну, там неограниченное время, пока не произойдет изменение условия, которое приведет к тому, что он игнорируется, либо он доставляется. Вот, у нас сигнал заблокирован. Теперь, если я его разблокирую, 2. SIGINT разблокирован. Давайте посмотрим. И как только он был разблокирован, он был мне и доставлен. То есть он убрался из pending сигналов. Я могу проверить, что он мне был доставлен. Вот у меня здесь единичка, отвечающая за то, что сигнал SIGINT мне был доставлен. То есть вот так вот, блокируя и разблокируя сигналы, я управляю их доставкой или откладыванием доставки.
То же самое, примерно то же самое с SIGSEG. То есть у меня сигнал SIGSEG блокируется с помощью команды 3. Я его заблокировал. Вот у меня здесь соответствующий бит в множестве блокируемых сигналов установился. Теперь, если я, например, его отправлю сам себе как регулярный сигнал, у меня, ну, или там kill-seg, например, отсюда. Я его отправил как регулярный сигнал. И вот точно так же, как SIGINT, он у меня теперь находится в множестве сигналов, ожидающих доставки. Ну, поскольку, условно говоря, вот это вот множество блокируемых сигналов является ситом, которое пропускает сигнал дальше или не пропускает сигнал дальше. Вот у меня здесь получается сигнал с номер 400 задержан. Да, он нам не доставлен. Как только я его разблокирую, он мне прилетел, и вот, соответственно, соответствующий флаг установился. Все, он тут разблокирован. Но точно так же, как я говорил, что вот такого рода сигналы, как SIGSEG, SIGFPE, SIGBUS нельзя игнорировать, точно так же их и блокирование этих сигналов, в случае, если они возникают по аппаратной причине. Так, SIG снова заблокируем. Если я пытаюсь заблокировать сигнал, возникший по аппаратной причине, то есть по причине некорректного доступа к памяти, он у меня тоже будет обработан по умолчанию, так как если бы он у меня игнорировался. То есть пытаюсь отправить вот этот вот сигнал SIGSEG. И, как вы видите, поскольку у меня SIGSEG блокируется, я получил обработку по умолчанию. Segmentation fault, и моя программа завершилась. Чем это нам может быть полезный механизм? Если я напомню, что в прошлый раз мы с вами закончили тем, что написали программу, которая ожидает прихода сигнала. Я сейчас, может, ее попробую найти. Вот эта программа, которая, собственно, устанавливает обработчик сигнала. И в зависимости от переменных флаг, ждет прихода сигнала. Давайте мы сейчас сюда все скопируем и исправим, чтобы эта программа работала корректно. Как мне тогда делать корректную реализацию, свободную от вот таких вот race conditions? Первое, что мне хочется сделать, и это правильно, вообще говоря, мне нужно блокировать сигналы, ну, более-менее всегда. То есть, если моя программа работает с сигналами, то разумнее всего где-то в начале ее работы взять этот сигнал SIGINT, заблокировать. Я здесь сохраню старую маску. Неважно. Давайте я две маски сделаю. Вторая маска будет пустой. Собственно, у меня теперь после этого вот фрагмента программы сигнал SIGINT просто блокируется. Это, собственно, ну, понятно, что это некоторая подготовительная работа. Если я сейчас эту программу запущу, она, естественно, SIGINT не будет обрабатывать, потому что он заблокирован. Он будет накапливаться в множестве сигналов, ожидающих доставки. Вот у меня блокируемый сигнал, а вот у меня pending сигнал. Он просто ожидает доставки и в программу не попадает. Поэтому, собственно, мне нужно в тот момент, в который я хочу, собственно, сигнал ждать, мне его нужно разблокировать. Значит, первый вариант, такой черновой вариант, который мы сейчас напишем, он будет заключаться в вызове sigprocmask, sigunblock, то же самое SS 0. И после окончания ожидания я снова его буду блокировать.
Примерно такой фрагмент у меня будет. То есть здесь на время работы системного вызова пауз у меня все-таки сигнал, вот этот вот SS, он будет разблокирован. Давайте я запущу и посмотрю, как это работает. Ну, собственно, вот сигнал мне приезжает. Все вроде бы хорошо. Я таким образом избавляюсь от всякого race condition, связанного с тем, что у меня здесь флаг сбрасывается. Теоретически, собственно, у меня сигнал мог приходить где-то там в промежутке между проверкой и сбросом, например. Но неважно. Тем не менее, это решение частичное. Оно все равно некорректное. Оно все равно содержит race condition вот в тех же самых местах. То есть, потенциально возможно, что все-таки у меня здесь два системных вызова, которые очевидно, что выполняются последовательно. И потенциально возможно то, что у меня, ну, здесь явно будет присутствовать не одна ассемблерная инструкция, не одна машинная команда. И сигнал может прийти где-то между этими двумя системными вызовами. То есть, когда у меня процесс уже разблокировал себе сигнал SIGINT, но еще не вошел в состояние ожидания прихода сигнала в системный вызов пауз. Ну, там где-то десяток машинных инструкций, но тем не менее. Вот если сигнал приходит в этот самый момент, то мы имеем тот же самый race condition, который мы имели в предыдущем варианте. То есть мы, в общем-то, вроде бы и все проверили, но сигнал пришел не вовремя. То есть вот это вот окошко здесь, ну, точно так же, как маленькое окошко здесь, хотя здесь уже не важно. Главное, что у нас вот здесь вот есть маленькое временное окошко. Если сигнал поступает в этот момент времени, то мы получаем проблему. Мы все равно входим в системный вызов пауз и все равно будем ожидать неограниченное время, хотя сигнал только что получили. То есть проблема здесь возникает из-за того, что вот эта вот пара sigproc mask и пауз является парой системных вызовов, и всего этого не атомарно. То есть может здесь, как я говорил про определение атомарности с точки зрения некоторого наблюдателя, то здесь может вмешаться какой-то сторонний процесс, вполне может увидеть состояние моей программы где-то между этими двумя системными вызовами. Ну, если он может увидеть, то он может и вмешаться. Поэтому нам нужен более тонкий механизм ожидания, и для этого используется специальный системный вызов SIGSuspend, который на самом деле вот все то же самое, что эти три системных вызова, только в одном флаконе. То есть я вот эти вот три системных вызова, которые здесь у меня были, заменяю на один системный вызов SIGSuspend. Параметром этого системного вызова является временная маска блокируемых сигналов. Значит, что это такое? SIGSuspend работает, как я сказал, как вот эта вот комбинация трех вот этих системных вызовов. Точнее будет сказать, SIGSuspend работает следующим образом, если я вот напишу здесь. Сначала выполняется sigproc mask, sigset mask с этим моим параметром OS. И старая маска на всякий случай сохраняется. Затем выполняется пауз. И в конце, когда мы наконец дождались сигнала, восстанавливается старая маска. Вот эта вот комбинация из трех системных вызовов реализована атомарным образом внутри одного системного вызова SIGSuspend. Ну, то есть я беру множество сигналов, в котором получение сигнала, меня интересующего сигнала SIGINT разрешено, и внутри системного вызова SIGSuspend выполнится вот эта операция установки маски. Затем внутри же этого системного вызова, то есть атомарно, никакой другой процесс не может в этот момент вмешаться, происходит переключение процесса в режим ожидания. Или же, если соответствующий сигнал уже есть в множестве сигналов, ожидающих доставки, ну, то есть там немедленно будет вызван его обработчик. И после того, как пауз так или иначе завершит свою работу,
внутри системного вызова SysSuspend атомарным образом вернется, вернется текущая маска блокируемых сигналов процесса, то есть ту, которую мы здесь временно сохранили на время работы системного вызова POS. Вот это вот три операции внутри, они происходят атомарным образом внутри одного системного вызова SysSuspend. Вот, если мы сейчас скомпилируем, мы, скорее всего, мы не заметим никакой-то разницы с предыдущим вариантом, но этот вариант правильный. Он лишен ошибки типа race condition, в нем все хорошо. Вот, там, визуально вот сегмент у нас, собственно, вот приходит и обрабатывается. И вот этот вот подход, который мы здесь видим, то есть у нас есть специальный какой-то вот системный вызов, который на время своей работы атомарным образом разрешает какие-то внешние операции, которые до него были запрещены и после него были тоже запрещены. Мы его увидим еще не раз в других функциях POSIX API, в частности, например, при работе с условными переменными в нитях. То есть вот такая идея, что если нам нужно сделать несколько операций, то мы их делаем в одном системном вызове и атомарно. И вот это вот у нас будет таким вот совсем корректным фрагментом, с помощью которого мы ожидаем прихода любого сигнала. То есть нам нужно ждать сигнал, мы его ждем с помощью SysSuspend. То есть в конечном итоге программа, которая ну, хочет или там вынуждена обрабатывать сигналы, она разумнее всего ее делать следующим образом. В начале работы программы все сигналы запрещать, а дальше их разрешать, там когда надо, с помощью SigProgMask или используя SigSuspend, и дальше уже дожидаться интересующих нас сигналов. Собственно, вот ожидание поступления сигналов делается с помощью SigSuspend. У нас есть еще там какие-то системные вызовы, которые нам позволяют работать с множествами блокируемых сигналов. Ну, и вы их посмотрите сами. В принципе, нам вот этого набора будет достаточно для всего. Тем не менее, что есть не очень хорошее вот в этой модели с ожиданием сигнала с помощью системного вызова SigSuspend? На самом деле, как вы видите, мы асинхронную природу сигнала, то есть то, что сигнал нам может прийти совершенно в произвольный момент времени, мы его превратили обратно в синхронную природу сигнала. То есть, в общем-то, концептуально SigSuspend вот в этом месте программы ничем не отличается от того же самого системного вызова read, с помощью которого мы, например, считывали данные с терминала или из файла. Ну, представьте, что мы здесь ожидали бы ввода из терминала, ну, и у нас бы был вот здесь бы обычный read, а не SigSuspend. То есть работа с сигналами, которая изначально по природе была синхронная, мы ее сделали синхронной. Ну, это не всегда приемлемый вариант, но вот если приемлемый вариант, то лучше сделать так. И, по сути, у нас теперь есть отдельный синхронный механизм для обмена данными. Это механизм файловых дескрипторов, которые мы открываем файловые дескрипторы и записываем в них с помощью write или считываем из них с помощью read. Работаем, как правило, синхронно. И отдельный механизм, вот здесь вот, с помощью которого мы ожидаем прихода сигналов. Это SigSuspend. Ну, еще там, забегая вперед, у нас там был POS, у нас есть wait, то есть у нас вот есть несколько механизмов в POSIX стандарте, с помощью которых мы ожидаем событий. Но пока разберемся с этими двумя, SigSuspend и обычным рейдом. У нас есть два, и это не очень удобно с той точки зрения, что у нас два разнородных механизма, которые, в общем-то, делают одно и то же, по сути. Они дожидаются наступление некоторого события. Будь то это поступление данных в файловый дескриптор или же приход сигнала. И есть желание, и было бы это логично, их унифицировать. То есть для и чтения данных, и ожидания сигнала используется какой-то единый механизм. И в принципе вот эта вот унификация, она даже хорошо ложится на концепцию, которую мы уже с вами рассматривали, что все есть файловый дескриптор. То есть, как мы понимаем, у нас файловый дескриптор может быть и терминалом, файловый дескриптор может быть и там, каналом,
пайпом, он может быть регулярным файлом, директорием, все что угодно. То есть, по сути, за файловым дескриптором скрывается некоторый объект, с которым мы обмениваемся данными с помощью read и write. И тот же самый сигнал, в принципе, мы тоже можем рассматривать как подобного рода объект. И поэтому мы можем вот в концепцию файловых дескрипторов и добавить концепцию сигналов тоже, как некоторых событий, на которые мы можем реагировать, ожидая ввод данных с файлового дескриптора. То есть мы концепцию «все есть файловый дескриптор», который вот, ну, традиционно считается одной из отличительных черт Unix, расширить и на сигнал. Вот для этого у нас есть механизм, который называется SignalFD. Этот механизм, ну, пока Linux-специфичный, но, на мой взгляд, он правильный, и я думаю, что его нужно стандартизировать и переносить во все POSIX-совместимые операционные системы. Мы с помощью механизма SignalFD превращаем работу с сигналами в работу с файловыми дескрипторами. И для работы с сигналами, для ожидания сигнала мы будем использовать обычный системный вызов read. Вот давайте я пример с ожиданием SIGINT-а перепишу в вариант с файловыми дескрипторами. Его скопируем. Это, как я уже сказал, не совсем пока что стандартизированный механизм, но вот он настолько полезен, что о нем, мне кажется, нужно знать, его стоит использовать, по крайней мере, в Linux. Как мы его используем? У нас добавляется sys-signal-fd как заголовочный файл. Хендлер нам больше уже становится ненужным. Мы не будем обрабатывать сигналы классическим образом с помощью обработчика, но сигнал мы этот будем блокировать. То есть вот эта вот конструкция с блокировкой интересующего нами сигнала SIGINT, она остается. Обработчик уже больше не нужен. Все. Теперь мы должны создать некоторый файловый дескриптор, который будет использоваться для работы с сигналами. Для этого у нас есть как раз вот показанный здесь системный вызов SignalFD. Он возвращает -1 в случае ошибки. Ну, там, не знаю, может, например, файловые дескрипторы закончились. Я в данном примере на ошибку проверять не буду. -1 как... То есть SignalFD может модифицировать существующий файловый дескриптор, если мы в него передаем какой-то уже созданный дескриптор сигналов. -1 создает новый файловый дескриптор. И во втором параметре SS это те сигналы, которые устанавливаются в этом файловом дескрипторе. Ну, это эти параметры флаги, там обычно close on exec и этот non-block, два стандартных флага файловых дескрипторов, но они нам пока не интересны, мы здесь передаем 0. У нас появился файловый дескриптор SFD, SignalFD, который мы можем использовать в системном вызове read. И поскольку системный вызов read, помимо ожидания события, нам, в общем-то, возвращает еще какую-то информацию, мы получаем некоторую структуру, которая здесь описана SignalFD, SIGINFO. Которую системный вызов read заполнит информацию о сигнале, о пришедшем сигнале. Этой информации очень много разной, как вы видите. Ну, например, давайте я могу здесь распечатать, например, его номер сигнала. Могу распечатать, ну что еще, например, процесс, который мне его послал.
Это, наверное, минимум, который у меня придет сейчас вместе с этим сигналом. Ну и что там еще может быть? Ну и какие-то вон прочие поля, которые, возможно, мы можем захотеть выводить. Итак, вот моя программа. Она дожидается сигнала SIGINT с помощью обычного read. Ну, в общем, я, конечно, могу. Давайте я сделаю. Печать возвращаемого значения. И посмотрим, что, как это будет работать. Каждый раз read на каждый сигнал, который мне пришел, read мне будет возвращать вот именно эту структуру. Ну, ее размер 128 байт. Сейчас мы можем это увидеть. Вот я нажал Ctrl-C. Сигнал SIGINT прилетел. Read сработал и завершился. Я получил, соответственно, size of 128, переменную z, номер сигнала 2, и PID равен нулю, ну, поскольку это мне послала операционная система, PID равен нулю от сигнала. Вот, еще раз. Теперь kill минус int. Сюда отправляю. Теперь я SIGINT отправил из другого процесса. Собственно, он мне здесь сюда прилетел в мой read. Номер сигнала 2. И здесь у нас уже PID проставлен, так как того процесса, который мне его отправил. 10671 получается. И вот эта программка, которая обрабатывает сигналы, ну, такой Linux-style пока что, так как обрабатывается обычный ввод-вывод с помощью системного вызова read. Я получил файловый дескриптор, могу для него использовать те же стандартные вызовы, которые у меня есть для файлового дескриптора, там dup, close, не знаю, в CTL, если надо. И работаю с ним с помощью системного вызова read. Write в него делать нельзя, он только на чтение. Ну вот read можно. То есть здесь вообще обработка сигналов, как вы видите, сведена к чему? Ну, просто к обычному риду. То есть у меня как бы, в общем, нет сигналов, просто вообще нет сигналов, а есть какие-то события, ивенты, которые я выбираю с помощью системного вызова read. Чем еще эта модель хороша? У нас есть, когда мы будем писать более сложные программы, у нас неизбежно возникает задача, что у любой нормальной программы, сколь-нибудь сложной, есть много источников входных событий. Это терминал, сокеты, сигналы, таймеры, да что угодно еще. И они все разнородные, и они все могут приходить в любой момент времени. Допустим, там у кого-нибудь сервера есть 20 клиентов сокетных, плюс какой-нибудь еще таймер. И нам потребуется средство, с помощью которых мы можем ждать наступление событий сразу на большом количестве файловых дескрипторов. Эти системные вызовы традиционный select, либо там pselect pol, или ppol, или epol, задача которых ожидать наступления любого события на указанном множестве файловых дескрипторов. И, соответственно, модель SignalFD в эту модель с ожиданием событий очень хорошо вписывается. У нас появляется новый файловый дескриптор, связанный с сигналами, который мы будем передавать в один из этих системных вызовов. Об этом мы с вами будем еще, естественно, говорить, как только мы более-менее разберемся со всеми возможностями, которые нам предоставляет POSIX-ориентированной системы, что мы можем вообще говоря, извлекать из файловых дескрипторов. То есть вот эта вот модель с файловыми дескрипторами отлично вписывается в стандартную стратегию обработки событий в POSIX. Это read-write для передачи данных, там select epoll для ожидания событий. Что очень полезно и к чему мы чуть попозже еще вернемся. Итого, на самом деле, если я хочу сформулировать корректно стратегию работы с сигналами, то я вот в начале своей работы вообще блокирую сигналы, те, которые меня интересуют, а может быть даже все блокирую сигналы. И дальше уже, когда мне надо, я их разблокирую и жду. Ну, или же создаю сигнал FD и жду сигналов с помощью системного вызова read. Вот эта вот модель,
особенность, которая сигнал FD, она корректная даже в случае программ многонитевых. То есть, если мы хотим ловить сигналы в многонитевой программе, например, можем сделать отдельную нить, которая будет ловить сигналы с помощью сигнала FD, и потом уже как-то сообщать информацию о поступивших сигналах в основную нить или в какие-то там другие рабочие нити. То есть, вот эта вот корректная стратегия работы с сигналами, она вполне распространяется на многонитевые программы. То есть, вот то, что я бы хотел рассказать, касающиеся сигналов. Есть ли у вас вопросы? Ну, давайте я в качестве иллюстрации для вот подхода с сигналами попробую написать пинг-понг тот же самый, который родитель создает два процесса сына, которые обмениваются друг с другом сигналами. Теперь с помощью одного пайпа и сигналов, которые они посылают друг другу. Давайте вот такую модель попробуем написать. Что я хочу, значит, сделать? У меня будет пайп один. И два процесса, которые будут как-то там пинать друг другу через один и тот же пайп, пинать друг другу числа. И родитель будет, ну, пока это все будет в бесконечном цикле, while wait, ну, больше нуля. Так, и, соответственно, у меня SIG 4. Ну, допустим, они будут переслать друг другу, ну, скажем, сигнал SIGUSR1. То есть какая будет логика? Сигнал SIGUSR1, полученный сыном, означает, что сын может считать из пайпа очередное число, напечатать его и отправить его обратно в пайп и таким образом передать очередь хода другому процессу. Давайте я напишу функцию work, которой будет передаваться два пайпа. Файловый дискретор связан с пайпом. И давайте для того, чтобы ждать прихода сигналов, я сделаю сигнал FD. Собственно, как у меня будет устроена функция work? Я жду прихода сигнала с помощью системного вызова read. И когда обмен закончен, я отправлю тот же самый сигнал, SIGUSR1, тому, от кого я получил этот сигнал. То есть условно говоря, возвращаю его обратно. То есть я буду использовать SSS, SSI, PID. Верну сигнал туда, от кого его получил.
Так. Ну и тут, как я показывал в прошлый раз, промежуток кода между вот этими двумя фрагментами, ну, мы это рассматривали на пайпах, там у нас был read-write, здесь у нас аналогично на сигналах это будет read-kill, он является критической секцией, в которой я уже манипулирую со стедаутом и с пайпом, они у меня будут разделяемые ресурсы. То есть я читаю из пайпа. Печатаю то, что считал. Printf PID и то, что считал. Get PID, val. Ну и flush не забываю. И, ну, меняю значение val и записываю его обратно. То есть здесь, вот как я говорил, происходит манипуляция с общими ресурсами, с критическими ресурсами. Точнее, правильно, не буду сказать, с разделяемыми ресурсами. Это и pipe, и, собственно, мой терминал, на который оба процесса выводят. И основная программа у меня становится понятной. Мне нужно будет, вот pipe я создал, signalfd создаю, то есть sigsetTSS. Инициализирую множество SS и sigprocmask sigblock SS null. Блокирую его. И sfd signalfd минус 1 SS 0. Все, и вот у меня есть функция work. Я ей передаю для моих обоих процессов work pfd 0, pfd 1 и sfd. Это в одном и том же случае. Так, она компилируется. Что я еще здесь не сделал? Хорошо бы еще здесь, ну кто, у меня оба процесса начинают с ожидания прихода сигнала. Ну и мне нужно выбрать какой-то процесс, который проинициализирует пайп, запишет на него начальное значение, ну и пошлет некоторый начальный сигнал. Это будет у меня второй процесс. Давайте только мне понятно, что потребуется PID первого процесса. К моменту, когда второй процесс у меня создается, PID первого процесса уже известен, поэтому я здесь перед тем, как войти в бесконечный цикл уже обмена данными, закидываю начальное значение в pipe. И отправляю сигнал sigusr1 тому первому процессу. Наоборот. PID1 sigusr1. Это вот начальная инициализация. В родители я ее делать, в общем, не могу, поскольку у меня процессы используют SSIPID поле для того, чтобы вернуть сигнал тому процессу, от кого мы его получили. Поэтому я здесь беру второй процесс. Автоматическим образом у меня информация об отправителе придет получателю в поле SSIPID. Давайте попробуем, посмотрим, как это все у меня будет работать. Так. Так, мы один сигнал, конечно, отправили. И чего дальше происходит? Давайте посмотрим. Два сына у меня есть. Первый получил значение 0, и почему-то дальше ничего не произошло. Давайте проверим, что я сделал не так. Так, write
WFD, kill signal. А, вот прошу прощения, я здесь поля перепутал поля у системного вызова kill. Да, просто перепутать. Давайте проверим. Ну, какая-то движуха пошла. Вот они обмениваются друг с другом. Собственно, пересылают друг другу постоянно увеличивающие значения. Вариант с SignalFD здесь оказывается даже, ну, наверное, проще всего. То есть я могу сделать вариант с SixSuspend и буду ждать прихода сигнала в SixSuspend. Единственное, что у меня будет тонкость здесь, как мне передать PID процессов друг другу. То есть понятно, что у второго процесса нет проблем с получением PID первого процесса. А вот как у первого процесса получить PID второго процесса, ну, давайте это будет вам на подумать. То есть здесь вот у меня это происходит автоматическим образом, поскольку мне PID отправителя приходит в структуре SignalFD SIGINFO из-за того, что я использую SignalFD. Если бы я использовал SixSuspend, мне было бы чуть сложнее, мне откуда-то нужно было бы этот PID брать. Хотя тоже, конечно, есть варианты. И давайте это уже на самостоятельное изучение оставим. Если у вас будут какие-то вопросы, мы это можем потом обсудить. Это все, что я бы хотел сказать про сигналы. Как их правильно использовать, как с ними взаимодействовать. Еще раз повторю, есть ли у вас вопросы? И если вопросов нет, давайте мы сделаем небольшой перерыв до 10:45. И дальше продолжим там со следующей темой. Вроде там была парочка вопросов, нет? Что? Голосом скажите. Там в чате пару вопросов от других людей. Смотрите, сигнал FD мы блокируем сигналы, потому что если мы их не блокируем, они будут обрабатываться стандартным механизмом обработки сигналов. То есть если мы здесь, вот в моем примере, не заблокируем SIGUSR1, мы его обработаем по умолчанию, что завершает нашу программу. Поэтому мы блокируем сигнал, чтобы таким образом мы отключаем обработку по умолчанию для этих сигналов. Про буферизованный вот-вывод сигнал FD не понял. Точно так же, как мы буферизованный вот-вывод везде используем, так мы его продолжаем использовать. А race condition, непонятно, почему здесь какой-то race condition может возникать. Так. Ну все, давайте сделаем перерыв на 10 минут до 10:45. Давайте продолжать. И сейчас я перейду к совсем основам сетевого взаимодействия, а именно к механизму сокетов POSIX API для сетевого взаимодействия процессов, расположенных как на одном хосте, так и на нескольких хостах. Вот на самом деле вообще тема сети достаточно большая, и даже не один курс целиком может быть ей посвящен. То есть мы можем рассматривать всякие архитектуры сетей, конфигурации сетей, детали реализации протоколов, там разного уровня, TCP/IP и так далее, иерархию протоколов в сетях TCP/IP, ISO-иерархии протоколов. Это все очень большая тема, которая, конечно же, достойна отдельного курса, и, я так понимаю, этот курс еще у многих, в общем, будет. Точно так же мы не будем рассматривать всякие вопросы конфигурирования каких-то конкретных библиотек или каких-то серверов, там, Nginx, Apache, я не знаю, там, Twisted, whatever, что там есть. Все, что мы рассмотрим, это базовые средства POSIX API для сетевого взаимодействия процессов и как ими правильно пользоваться. В принципе, ну, с учетом этих всех вещей, которые мы рассмотрим, в принципе, вы можете написать свой сервер, даже и свой высоконагруженный high-load сервер. Для этого будет всего достаточно.
Я сейчас не буду подробно останавливаться на том, какие бывают сети. Вот. Я остановлюсь на конкретном смеси протоколов TCP/IP, как наиболее распространенном в настоящее время. И в рамках семейства протоколов TCP/IP я буду использовать следующую терминологию, которая наверняка вам знакома. Соответственно, хост – это компьютер, который тем или иным способом подключен в TCP/IP-сеть. Подключение может быть какое угодно, там Wi-Fi, кабельное, не знаю, что там еще вообще бывает. Это не важно. С точки зрения программной, уже на уровне, собственно, процессов, ядро, которое как-то внутри себя уже загружает нужные драйверы для нужных подключений, ядро предоставляет интерфейс прикладным программам об этих подключениях с помощью термина, с помощью механизма, который тоже называется интерфейс. Интерфейс в контексте сетей – это некоторое физическое или логическое устройство, которое позволяет принимать и отправлять данные в некоторую логическую или физическую сеть. Собственно, интерфейс, вот если мы возьмем какой-нибудь там shell, традиционная команда, которая показывает все работающие интерфейсы в моем 3D-ядре, это ifconfig, или сейчас есть там и IPE, по-моему, команда в современных Linux. Здесь у меня перечислены интерфейсы, которые подняты на этом хосте, и я могу получить некоторую базовую информацию об этих интерфейсах. У меня есть некоторый, собственно, внешний интерфейс, который смотрит вовне относительно этой операционной системы. Неважно, что это на самом деле виртуальная машина. Это получается некоторый виртуальный интерфейс, связывающий мою виртуальную машину с хост-машиной, в рамках которой, собственно, моя виртуальная машина работает. И сама хост-машина тоже имеет кучу интерфейсов, которые там могут дальше связываться. У этого интерфейса есть некоторый IP-адрес с параметрами маршрутизации, netmask, broadcast, и так далее. Плюс тут есть некоторая статистика по передаче данных в сети. Это внешний интерфейс. И кроме того, более-менее всегда у каждого хоста есть так называемый loopback интерфейс. Интерфейс – просто связь с самим собой. Он имеет традиционный адрес localhost, то есть самого хоста в этом интерфейсе loopback 127.0.0.1. Но в реальности мы можем использовать любые адреса, которые начинаются со 127, и там любые три цифры могут быть произвольные. Это все будет адреса в loopback интерфейсе. Всегда он есть. На сложных системах, там на разных серверных системах у нас может быть огромное количество интерфейсов. То есть тут, допустим, это вот какой-то серверный хост, у него есть один аппаратный интерфейс, другой аппаратный интерфейс, сетевые карты, есть loopback, и есть куча виртуальных интерфейсов, которые там, допустим, используются для VPN и так далее. То есть вот это вот понятие интерфейса в TCP/IP сетях, точнее даже в POSIX-ориентированных операционных системах, это уже, условно говоря, та оконечная точка, с помощью которой прикладные процессы могут уже взаимодействовать с сетью. И, как я сказал, у хоста может быть несколько логических и физических интерфейсов. Интерфейсы могут быть типа point-to-point, как часто бывает для случая VPN, или интерфейсы могут быть сетевые. Набор правила передачи пакетов в TCP/IP интерфейсах, они задаются с помощью так называемых таблиц маршрутизации, которые вот в простом случае тривиальные, то есть, условно говоря, вот у меня здесь указан gateway, то есть это вот 0.0.0, это default gateway, то есть все пакеты, которые будут отправляться наружу, они будут отправляться на default gateway, который имеет IP-адрес 10.0.1.2. Собственно, такая вот маршрутизация по умолчанию. У сложных конфигураций может быть сложная маршрутизация, кроме того, маршрутизация может быть еще программно управляемой. Например, когда у нас там есть роутеры, там всякие уже используются протокол типа BGP и так далее. Как вы видите, у меня здесь везде используются IP-адреса, состоящие, записываемые как 4 десятичных цифры от 0 до 255.
Это такая вот то, что называется точечная запись IP-адресов протокола версии 4. В IP-версии 4 адрес, то есть некоторая уникальная идентификация интерфейса, собственно, поскольку у нас у хоста может быть несколько интерфейсов, он может иметь несколько IP-адресов. Вот, собственно, IP-адрес имеет размер 32 бита. Ну и традиционно, в традиционной нотации адрес делится на 4 байта, каждый байт записывается отдельно в десятичном виде, разделяется точкой. Протокол версии 4 считается, уже 20 лет как считается, или даже на 25 лет считается как устаревший. И на смену протоколу IP-версии 4, в общем-то, приходит, да все никак, наконец, не придет, протокол IPv6. IPv6 много чего добавляет, естественно, к IPv4 и security из коробки, но с точки зрения идентификации хостов протокол IPv6 расширяет адресное пространство хостов до 128 бит. То есть изначально у нас 32 бита адресного пространства IP-версии 4, IP-версии V6 расширяет адресное пространство до 128 бит. То есть теоретически каждое уникальное устройство, то есть там даже, не знаю, там чуть ли не каждый атом, который у нас присутствует на планете Земля, может, в принципе, иметь уникальный IP-адрес. Ну, другое дело, что в общем-то, внедрение IPv6, ну так идет, в общем, ни шатка, ни валка. Оно, конечно, идет, но говорить о полной и окончательной победе протокола IPv6 над протоколом IPv4 не приходится. Мы и сейчас пользуемся, и в обозримом будущем будем продолжать пользоваться протоколом IPv4. Ну, понятно, почему была изначально мотивация на переход к IPv6? Потому что, вот особенно в середине 90-х годов, очень быстро исчерпывалось пространство доступных IP-адресов. То есть у нас, если у нас 32 бита, то получается, что у нас 2 в 32 – это 4 миллиарда адресов. Ну, реально там их 3 миллиарда в силу того, что у нас 1 миллиард адресов отводится для мультикаста. И вот эти вот 3 миллиарда адресов изначально были поделены очень, там, скажем так, неравномерно и стали очень быстро исчерпываться. Поэтому было понятное желание расширить пространство адресов, чтобы, ну, чтобы вот не было проблемы с новыми адресами. В принципе, карту IP-версии 4 адресов можно легко найти в интернете. Сейчас я потом найду, может, покажу. Но что бы происходило? Во-первых, вот изначально у версии у IPv4 было так называемое классовое деление сетей, что адреса, у которых младший байт, точнее, это старший байт, был меньше 127, они полностью, целиком принадлежали большим фирмам. То есть там была большая группа адресов, принадлежащих IBM, там, Intel, там, всем компаниям. То есть изначально адреса были разделены очень неравномерно, и всяким там мелким провайдерам осталось, в общем-то, мало. Так называемая классовая IP-адресация. У нас были IP-адреса класса А, у которых, условно говоря, там сеть задавалась одним байтом, IP-адреса класса Б, сеть задавалась 2 байтами, и IP-адреса класса С, где сеть задавалась 3 байтами, и номер компьютера уже в сети задавался 1 байтом. Это пространство очень быстро исчерпалось, но из этой проблемы, из этого ограничения вышли, просто распилив сети класса А и Б. То есть в современной карте IP-адресов, в общем-то, нет уже классового деления. Все вот эти вот IP-адреса там как-то произвольным образом распилены, то есть даже там, например, какой-нибудь амазоновский адрес или гугловский адрес, они все могут начинаться с первой цифры меньше 127. Если там посмотреть, например, наверное, вы знаете, что гугловский паблик DNS – это 8888 IP-адрес. Это первое, то есть это снизило давление на свободные IP-адреса. А второе, что снизило давление на свободные IP-адреса, это технология, которая называется Network Address Translation. То есть, ну,
Маскирование, маскарад IP-адресов. По сути, когда вы подключаетесь к сети, в общем-то, у всех провайдеров практически, то вам, вашему компьютеру, никогда не выдается глобальный IP-адрес. Вашему компьютеру ваш провайдер выдает какой-то вот IP-адрес, который валидный только для этого провайдера. Там какой-нибудь 192 какой-нибудь или даже там 10 какой-нибудь адрес. То есть такое специальные адреса, зарезервированные для локального распределения немаршрутизированного по интернету. И уже когда, условно говоря, там данные с вашего компьютера отправляются в сеть, во внешнюю сеть, то оборудование маршрутизатора у провайдера подставляет вместо вашего внутреннего IP-адреса внешний IP-адрес провайдера. И уже пакеты по интернету, пакеты по внешней сети уже бродят уже с адресом вашего провайдера, а не с вашим личным адресом. И обратно, когда приходит пакет, адресованный вашему компьютеру, на маршрутизаторе у него заменяется внешний адрес на тот адрес вашего компьютера, и он уже провайдером отправляется на ваш компьютер. Это ситуация иерархическая, то есть если вы установите у себя Wi-Fi роутер, он будет работать точно так же. Он будет прятать ваши локальные адреса за одним адресом, который выдается провайдером, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы получаем такую иерархию спрятанных приватных IP-адресов и более-менее нормальную маршрутизацию пакетов по всему интернету с учетом вот такой вот иерархии адресов. Ну, то есть казалось бы, что вот буквально, по-моему, в прошлом году официально был распределен последний IP-адрес, то есть все, свободных IP-адресов больше, в принципе, нет, с одной стороны. С другой стороны, не составляет никаких проблем у провайдера купить внешний IP-шник, это даже стоит недорого, там 150-200 рублей в месяц, и у вас будет настоящий внешний интернет-IP-шник, с помощью которого вы будете всегда выходить в интернет, а не тот провайдерский IP-шник. Поэтому, в общем-то, да, адресов мало, но их хватает, и особых проблем с IP-адресами сейчас нет. Поэтому более-менее всех, в итоге всех протокол IPv4 устраивает, ну и поэтому переход на IPv6 идет так ни шатко, ни валко. Кроме того, ну вот так. Да. Понятно, что когда мы работаем с сетью, нам неудобно писать численные IP-адреса, мы предпочитаем указывать вот эти вот символические DNS-имена, www.css.hsru, там google.com и так далее. И здесь уже за отображение DNS-имен в IP-адреса отвечает протокол прикладного уровня, так называемый DNS-протокол, с отдельными серверами, которые точно так же можно устанавливать локально, и обычно каждый провайдер их устанавливает у себя локальные DNS-сервера, которые по запросу вот эту вот символьную строку точно так же иерархически преобразовывают в IP-адрес. Детали того, как работает протокол DNS, или там как протокол TCP, или как IP работает, мы, в общем, сейчас с вами рассматривать не будем. Поэтому мы с вами ограничимся на IP-версии 4, ну, там особых отличий от IP-версии 6 у нас не будет. Что более, на самом деле, являющееся ограничивающим ресурсом для сетевых взаимодействий, это понятие порта. То есть вот у нас есть хост, который компьютер там, с операционной системой, где работают процессы. У хоста есть один или несколько интерфейсов, которые он смотрит в сеть. Ну и понятно, что нам нужна какая-то идентификация, вообще говоря, ну, там, процесса или сервиса, уже работающего на данном хосте, чтобы эта идентификация была доступна извне. То есть нам нужен некоторый способ, с помощью которого какой-то внешний наш контрагент может обратиться к конкретному процессу, конкретному сервису, который работает у нас на данном хосте. В TCP/IP сетях это делается с помощью портов. Портом является число от 1 до 60, ну, в общем, 16-битное безнаковое число, которое идентифицирует работающий, собственно, ну, либо сервис в состоянии ожидания подключения, либо уже установленное соединение. То есть, когда, например, какой-то клиент обращается к серверу,
то в этот момент создается порт у клиента, который будет идентифицировать конкретно вот это вот соединение. То есть IP-адрес плюс номер порта – это идентификация исходящего соединения. И точно так же IP-адрес плюс номер порта – это идентификация входящего соединения. И таким образом полностью все соединение идентифицируется четырьмя цифрами. Два IP-адреса четырьмя числами. Два IP-адреса и два номера хоста. Некоторые порты у нас являются стандартными, их достаточно много. Кроме того, там почти все порты расписаны по разным сервисам. То есть, например, мы привыкли, что обычный нешифрованный HTTP живет на порту 80, как правило. HTTPS на порту 443, SSH на порту 22. Ну, это вот некоторое стандартное расписание портов по сервисам хоста. Оно, мы его не обязаны соблюдать. В принципе, мы можем любой сервис вешать на любой порт. И это часто делается даже из соображений безопасности. То есть вот мы можем посмотреть, если мы запустим какой-нибудь наш хост. Netstat. Утилита, которая показывает мне состояние соединений. Собственно, вот что я вижу. У меня опция минус AT, минус all, все соединения, в том числе и ждущие. T – это TCP соединения, то есть те, которые мы сейчас будем рассматривать. У меня показывает, что у меня есть 4, там, какое-то количество соединений или слушающих портов. У меня есть SSH-сервер, который ждет подключения. В состоянии listen находится с любого адреса. У меня есть какой-то другой порт, который что-то ждет тоже. И у меня есть несколько установленных. Вот это вот time wait, это у меня подключение в состоянии завершения. То есть оно у меня же закончилось, но еще окончательно не дисконнектнуто. И парочка с подключений в активном состоянии. Собственно, вот они у меня таким образом идентифицируются четырьмя числами. Исходящий IP, исходящий номер порта и входящий IP, то есть там destination IP и destination номер порта. Это вот у меня SSL-подключение, SSL-подключение и здесь вот какие-то произвольные номера портов. То есть когда я устанавливаю исходящее подключение, подключаюсь к какому-то удаленному сервису, то у меня вот этот вот номер порта обычно назначается автоматически где-то там из случайно, автоматически случайно, где-то из верхних адресов. Ну, то есть вот он 57, 40, 38, вот такие вот номера портов назначаются автоматически. Номера портов маленькие, они, как я уже сказал, приписываются каким-то конкретным сервисом и обычно назначаются программно, тогда, когда мы запускаем, собственно, сервис для ожидания подключения. Так. Мы с вами будем использовать протокол TCP как протокол, который наиболее правдоподобный, наиболее похожий, моделирует обычную потоковую передачу данных. TCP, он называется протоколом транспортного уровня, то есть он отвечает за корректную доставку данных от отправителя, там, от какого-то процесса отправителя до процесса получателя. Соответственно, этот протокол – это, условно говоря, некоторый виртуальный двунаправленный канал. То есть этот протокол гарантирует доставку данных. То есть если я… Ну, как гарантирует? То есть в случае, если, конечно же, сеть жива, понятно, что если компьютер отключился или сеть отключилась, то мне никто ничего не гарантирует. Но, тем не менее, если произошла какая-то временная ошибка в сети, ну, там бывает, что пакет потерялся, либо что-то временно произошло, там он заблудился, например, то… TCP-протокол, если нет подтверждения о получении данных, TCP-протокол переотправит данные. Вот эту порцию данных, пакет он переотправит, и таким образом, если у нас все-таки сеть функционирует, и никаких проблем с приемной стороной нет, гарантировано, что данные от отправителя придут к получателю. И TCP работает как канал, как поточный протокол, то есть точно так же, как работает как пайп. Ну и, по сути, те же самые API у нас и будут для него использоваться. То есть мы в него пишем поток байт, и из него читается тоже поток байт.
границы блоков, если мы там отправляем как-то, как они дальше будут дробиться на пакеты при передаче по сети, мы не знаем, и, в общем, нам это не говорят, нам это не важно. Мы можем отправить два раза по 100 и считать первый раз по 150, второй раз 50. В отличие от пайпов, которые мы рассматривали, TCP-протокол, он двунаправленный. То есть один и тот же файловый дескриптор у нас уже может отправлять данные на удаленный хост и принимать данные с удаленного хоста. Нам не нужно создавать два TCP-соединения. Одного TCP-соединения достаточно для двунаправленной передачи данных, для полнодуплексной передачи данных. Ну, поверх протоколов транспортных того же самого TCP есть множество так называемых протоколов прикладного уровня. Я думаю, вы о них слышали, даже не буду особо на них останавливаться. HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, DNS и так далее. И вот стандартные номера портов, которые мы обычно привыкли использовать. Ну, я не знаю, там использует ли кто-то FTP-сервер до нашего момента. Наверное, уже не используют. 80 – это HTTPD, 22 – SSH, 25 – почта, если она используется, опять-таки. 53 – это DNS-сервер, то есть мы отправляем запросы на разрешение DNS-имен, на резолвинг DNS-имен на 53-й порт. 123 порт синхронизация времени и так далее. В принципе, все эти прописанные номера портов зарезервированные находятся в файле etc/services. Тут длиннющий файл. И, как вы видите, большинство портов под что-то дозанято. Вот в нем в этом файле 11 тысяч строчек разных резервирования портов. Это не значит, что мы не можем их использовать, конечно же, в каждом конкретном случае. То есть у каждого хоста, вот как у меня здесь у моего local хоста уютного, используются всего лишь три порта. Это 80, 22 и 631. Другие порты для слушания, у меня они совершенно свободны. То есть у меня нет никаких проблем. То есть, условно говоря, это некоторые предрезервированные стандартные номера портов для кучи разных сервисов. А как уже дальше они будут использоваться на конкретном сервере, на конкретном хосте, это уже дело конкретного сервера или там конкретного хоста. Ну и когда мы передаем данные между разными хостами, у нас, естественно, возникает проблема кодирования данных. Мы должны как-то согласованным образом кодировать любые данные, там строки, целые данные, вещественные данные, структуры кодировать так, чтобы они кодировались одинаково и так далее. И естественная проблема здесь состоит в том, что вот эти все моменты кодирования, они платформенно зависимы. Разные процессоры все кодируют по-разному. То есть вот мы с вами уже говорили, что у нас есть big-endian, little-endian процессоры, floating point может по-разному кодироваться, символы, кодировки символов могут быть разные и так далее. Соответственно, операция преобразования данных из формата хоста в сетевой формат, в котором они уже уйдут в сеть, называется сериализация или маршалинг, два термина. И операция обратная, когда мы из данных, которые мы получили по сети, в некотором сетевом формате преобразовываем их обратно в локальный формат, называется десериализация или демаршалинг. В самом простом варианте мы можем на это забить вообще, считая, что подавляющее большинство хостов в современных TCP/IP сетях – это little-endian хосты, 32-битные или 64-битные, с более-менее адекватным выравниванием структур и с кодировкой UTF-8 символов. То есть все-таки достаточно сильно унифицировано сейчас. Big-endian хосты бывают, но их мало. Не UTF-8 кодировки бывают, но их тоже мало. То есть, в принципе, мы можем вообще на все эти вопросы с кодировками забить и писать как есть. Но это не очень хорошо будет, конечно же. Все-таки нужно вопрос кодировки учитывать. При big-endian, little-endian мы с вами уже обсуждали. Даже можно пропустить. Подавляющее большинство хостов сейчас little-endian. Поэтому, в общем-то, разумно делать протокол. Если мы делаем бинарный протокол какой-то современный, то разумно писать данные в формате little-endian. И, в принципе, в библиотеках нам даны 4 функции, которые позволяют перекодировать, по крайней мере, 16-битное и 32-битное число из так называемого порядка байт хоста в порядок байт сети. Ну, вот что такое порядок байт в сети? Поскольку
порядок байт-хоста может быть производным, произвольным точнее, в какой-то момент договорились, что вот давайте мы всю служебную информацию, которая передается вместе с данными, которые ходят по сети, будем передавать в некотором стандартизованном порядке байт, который называется Network Byte Order. А в тот момент, когда эти все стандарты прописывались, то есть в тот момент, когда разрабатывалось TCP/IP, семейство протоколов, в то время доминировали бэкэндинг компьютеры, я так подозреваю, что даже в основном это все были спарки в то время, то есть сетевая инфраструктура, построенная на спарках была, процессорах. Поэтому протоколы писались, условно говоря, для спарков, и в тот момент было решено, что служебная информация, передаваемая вместе с данными в пакетах, она должна будет передаваться в network byte order, в сетевом порядке байт, который будет бэкэндинг порядка. А дальше уже какие-то там хосты могут уже перекодировать этот бэкэндинг порядок байт в свой порядок байт, если им необходимо. Другими словами, тогда, когда мы формируем какие-то служебные структуры, такие, которые содержат IP-адреса и номера портов, даже в системных вызовах, даже в нашей хост-системе, в нашей 32-битной Litlandian, допустим, там x86 архитектуре, то мы даже вот в этих всех условиях, в x86, должны передавать в структуры в бэкэндинг порядке данных, уже в системные вызовы, работающие с сетью. Как мы будем передавать данные уже, то есть как мы будем передавать payload или контент, это наше дело, но служебные поля мы должны заполнить в порядке данных бэкэндинг, в сетевом порядке данных. И поэтому нам дали 4 функции для перекодирования 32-битных значений, для перекодирования 16-битных значений. Тут понятно, что long по инерции означает 32 бита. А 64-битные значения не встречаются, поэтому в служебных данных, поэтому нам перекодировать их не потребуется. Кроме того, вот механизм, вообще вот эта вот сетевая инфраструктура разрабатывалась где-то в начале 80-х годов в рамках операционной системы BSD в университете Беркли, там 4 BSD. Первая версия, которая получила сетевые возможности, вот то, что мы теперь знаем как TCP/IP протокол. Но в рамках вот этой вот разработки BSD было решено сделать механизм, то, что называется сейчас сокеты, некоторым универсальным механизмом межпроцессного взаимодействия. То есть вот в этот вот набор системных вызовов, который у нас отвечает за сокет, чтобы там можно было запихать все, что угодно. Условно говоря, от тех же TCP-протоколов, UDP-протоколов дейтаграммных, какие-нибудь там еще какие-нибудь ICMP. То есть вообще все, что можно, любой механизм потокового или пакетного межпроцессного взаимодействия можно было запихать вот в несколько системных вызовов, унифицированных системных вызовов, отвечающих за сокеты. Отсюда, вот, на мой взгляд, чрезмерная некоторая унификация и некоторая чрезмерная какая-то такая обобщенность вот этого механизма сокетов. Его можно использовать и для TCP-соединений, и для UDP-соединений, и для локальных соединений, почти как пайпы, вот практически как пайпы можно сокеты использовать. Для чего угодно. Но понятно, что основное использование сокетов – это взаимодействие сетевое по TCP или там UDP протоколам, ну или по современным STCP, каким-нибудь аналогам TCP. И как выглядит взаимодействие уже процессов? Ну, то есть мы рассматриваем сокет как средство межпроцессного взаимодействия, которое умеет в передачу данных в сеть. Ну, в целом, понятно, что там у нас с одной стороны процесс, с другой стороны процесс. Мы отправляем данные из одного процесса, и как-то другой процесс их принимает. Как это все выглядит с точки зрения POSIX API? Чтобы использовать сокет, там нужно его создать с помощью системного вызова сокет. И, что очень важно, сокет нам возвращает файловый дескриптор. То есть, еще раз, все является файловым дескриптором. С этим файловым дескриптором мы потом в дальнейшем, в частности, можем работать с помощью системных вызовов DAP, read, write, ну и close тоже. Вся та инфраструктура, которая у нас есть для файловых дескрипторов, она у нас будет доступна и для файловых дескрипторов сокетов. Конечно же, для сокетов доступна еще, но вот базовый, там, условно говоря, базовый класс у нас есть.
И при создании сокета мы определяем, каким он будет сокет у нас. То есть какой протокол взаимодействия будет использоваться. Будет ли использоваться TCP, будет ли использоваться локальный Unix протокол, будет ли использоваться там дейтаграммный или потоковый, и какой конкретно протокол мы хотим использовать. Этот файловый дескриптор, мы с ним работаем по стандартным правилам работы с файловым дескриптором. Когда надо, мы его потом должны будем закрыть. Если надо, мы его скопируем с помощью DAPA перед форк-экзеком. Например, вот если мы хотим создать локальный сокет, аналогичный каналу, то у нас есть домен, то есть тип сокета – это pfunix, ну, он же pflocal. Мы можем создать домен inet для взаимодействия по протоколу IP, TCP-IP версии 4, либо inet6 для TCP-IP версии 6. Это вот первый параметр, собственно, что мы хотим, какое семейство мы хотим, какой домен. Второй параметр – тип соединения потоковый, стрим или дейтаграммный, то есть TCP или UDP, например, для случая протоколов TCP-IP. И третий – это уточнение, чего конкретно мы хотим, там IP-proto TCP, либо IP-proto какой-то другой, SSCP, например, или IP-proto UDP, но обычно третий параметр мы можем указывать по умолчанию равным нулю. Вот как здесь показано. Здесь создается локальный потоковый сокет, аналог FIFO. Про FIFO чуть позже скажу, что это такое. Ну, то есть, по сути, локальный пайп. Здесь создается TCP-сокет, и в третьем примере создается UDP-сокет. Само по себе создание сокета еще ничего не делает с соединением. То есть, условно говоря, вот этот системный вызов сокет просто создает некоторую структуру, резервирует в ядре специальную структуру, которую нужно потом проинициализировать, чтобы уже выполнить подключение, либо чтобы ожидать подключения. Дальше вот с этим файловым дескриптором, который мы получили от системного вызова сокета, мы к нему уже применяем другие системные вызовы, чтобы донастроить этот сокет, прежде чем мы сможем с ним работать. Дальше мы можем указать адрес, к которому мы хотим подключиться, или адрес, который мы хотим прослушивать. И вот эта вот комбинация IPv4 или IPv6 адреса плюс номера порта, она создается в соответствующей структуре. В случае для IPv4 4 это структура socadder in с полями, собственно, тип адреса, порт и, собственно, сам адрес. Для структуры с IPv6 у нас будет socadder in 6. И дальше нам нужно, условно говоря, вот это вот получить внутреннюю структуру для внешнего представления адреса. То есть мы здесь, например, указываем IP-адрес как строка. И с помощью функции getOtherInfo мы этот IP-адрес конвертируем в вот нашу структуру socadder in, уже переводя его автоматически во внешнее представление. Например, адрес хоста плюс номер порта с помощью getOtherInfo мы конвертируем вот во внутреннее представление. В принципе, нам не нужно здесь разбираться с backending little-endian форматами, то есть это вот неважно. Функция getOtherInfo все делает для нас, конвертирует строки во внутреннее представление адресов. Ну, сейчас как мы пример посмотрим. И дальше, если мы хотим отправлять данные по протоколу TCP, исходящий порт нам не важен, он будет назначен автоматически, когда мы будем выполнять системный вызов подключения. Если мы хотим взаимодействовать, например, по протоколу UDP, нам нужно себе назначить какой-то исходящий порт с помощью специального системного вызова bind. Мы здесь передаем файловый дескриптор сокета, и дальше указываем вот эту структуру socadder, адрес привязки, соответственно, этого сокета. То есть, как правило, здесь указывается, мы можем здесь указывать и IP-адрес, то есть, если у нас у хоста есть несколько интерфейсов, мы можем указать конкретный интерфейс, который мы будем использовать. И плюс мы здесь можем указать конкретный номер порта, к которому мы будем привязываться. Как я сказал, при подключении по TCP это не обязательно делать, при подключении по UDP это обязательно делать. Кроме того, это обязательно делать, когда мы ожидаем подключения по TCP. То есть у нас
Если мы хотим реализовать взаимодействие по протоколу TCP, у нас взаимодействие несимметричное возникает. У нас есть некоторая сторона, которая ждет подключений. Эта сторона в техническом понимании будет называться стороной серверной. И есть сторона, которая подключается, то есть которая обращается, которая уже знает IP-адрес и номер порта подключения, обращается по этому адресу и номер порта и подключается к серверу. Это будет у нас клиент. То есть с технической точки зрения, с точки зрения POSIX API, условно говоря, сервер – это та сторона, которая выполняет системный вызов ожидания подключения, а клиент – это та сторона, которая, собственно, выполняет подключение. Это техническое понимание с точки зрения POSIX API, оно может совпадать, а может не совпадать с логическим пониманием, то, как, какую логику мы в это все вкладываем. Мы обычно так вот логически ожидаем, что клиент, это мы хотим получить какой-то сервис, мы обращаемся к серверу за получением этого сервиса. А сервер – это сторона, которая предоставляет этот сервис. То есть, как правило, это совпадает, но в сложных случаях может быть не так. Например, протокол FTP в активном режиме при передаче, собственно, контента файла, то есть когда вы скачиваете файл по FTP, сервер и клиент меняются местами. А именно сервер подключается к клиенту, чтобы передать ему файл уже. То есть, когда вы подключились изначально по FTP протоколу, какие-то служебные команды в нем исполнили, потом выполняете команду на загрузку, в FTP активном режиме стороны меняются местами. Сервер будет выполнять техническую роль клиента, а клиент будет выполнять техническую роль сервера. Ну, в общем, активный режим сейчас практически не используется в силу того, что у нас, как я сказал, сети обычно сложные структуры, спрятанные за фаерволингом, за NAT-ом и так далее. Поэтому FTP обычно пассивно сейчас используется. Но, тем не менее, как я сказал, техническое понимание клиента-сервера может совпадать, а может и не совпадать с логическим пониманием клиента-сервера. Дальше я буду говорить, в общем, о техническом понимании. И вот, если мы разделим диаграмму взаимодействия клиента и диаграмму взаимодействия сервера, то вот они у меня будут, у нас будут такие. Клиент, то есть это тот, кто подключается. Он устроен, в общем-то, очень просто. Мы создаем сокет с помощью системного вызова сокет. И сразу же после создания, если мы используем протокол TCP, мы можем уже подключаться с помощью системного вызова connect. Дальше мы получаем, собственно, файловый дескриптор уже активированный, условно говоря, для передачи данных. И дальше мы передаем данные с помощью обычных системных вызовов write или read, пока там какой-то обмен данными происходит, то есть там, что как мы хотим. Когда обмен данными завершается, мы файловый дескриптор закрываем. То есть с точки зрения клиента работа с TCP/IP сетями, она, ну, в общем, ничем не отличается от работы с обычным файлом. Открыли, ну, правда, процедура открытия чуть-чуть более сложная. Обработали и закрыли. Опционально мы можем выполнять привязку IP-адреса или привязку номера порта, но этого редко когда делается. Просто сокет, потом коннект. С одной стороны, это вот клиент, они простые. Вот основная сложность у нас заключается в сервере. Сервер должен ждать, пока к нему подключится клиент. Кроме того, к одному и тому же серверу может подключаться несколько клиентов, и как-то, в общем-то, сервер желательно, чтобы он умел обрабатывать произвольное количество подключающихся к нему клиентов. Поэтому, собственно, после создания сокета серверное приложение должно привязать вот только что созданный сокет к некоторому номеру порта, так, чтобы к нему можно было подключаться с помощью коннекта. Привязка сокета к номеру порта еще ничего нам не говорит. Мы точно так же можем привязывать сокет к номеру порта и в пассивном режиме, условно говоря. Но вот системный вызов listen – это ключевой системный вызов, который переключает режим работы сокета из активного, который у нас по умолчанию, который мы ожидаем connect, в пассивный, когда мы ожидаем, что к нам подключится. А listen тогда указывает ядро операционной системы, что этот вот сокет будет использоваться для ожидания подключения.
И дальше уже специальный системный вызов accept непосредственно ожидает подключения. При этом вот этот вот сокет, который мы создали изначально, который мы перевели в режим прослушивания с помощью системного вызова listen, он используется только для подключения. То есть его целевая функция – это принимать новые подключения. То есть вот его жизненный цикл, вот здесь вот у меня описан. Подключились. И когда он нам больше не нужен, мы выполняем close для этого вот файлового дескриптора, собственно, и возможность подключения закрываем. Каждый раз, когда выполняется очередное подключение, системный вызов accept нам создает новый файловый дескриптор. И уже вот этот вот конкретный новый файловый дескриптор уже используется для обмена данных. То есть вот нам клиент здесь connect подключился к accept. У клиента остался тот же самый файловый дескриптор, на котором он выполнял connect. А у сервера accept нам вернул новый файловый дескриптор, уже который используется для обмена данными. Ну и дальше уже вот у нас клиент отправляет-принимает, сервер отправляет-принимает по новому файловому дескриптору. Вот здесь уже более-менее стандартно. Когда обмен между ними закончился, ну, клиентский файловый дескриптор мы закрываем. И вот здесь вот понятно, что вот здесь вот нас и будут ждать основные тонкости, как это сделать наиболее эффективно и как это сделать так, чтобы ну, максимальное количество клиентов могло подключаться и наименьшим образом непроизводительно загружать операционную систему. Условно говоря, один и тот же сервер может иметь одновременно там десятки, даже сотни тысяч одновременно работающих подключений, то есть там, предположим, 100 тысяч клиентов подключилось сюда, ну вот у нас будет 100 тысяч подключений здесь, 100 тысяч файловых дескрипторов. И все равно он может ждать и принимать новые подключения. Ну, собственно, как я сказал, вот connect имеет очень, очень простой формат. Файловый дескриптор сокета плюс то, куда мы подключаемся. И listen тоже очень простой. Этот системный вызов переключает сокет в режим прослушивания. У Listen есть какой-то волшебный параметр backlog, который, по-моему, ни на что не влияет и никак не используется. Ну, поэтому там задается какое-то значение. Так, повелось, что там задается значение 5. И accept, он ожидает новых подключений. При каждом успешном accept нам создается новый файловый дескриптор, и мы, собственно, с ним будем работать. Вот, и давайте тогда, собственно, писать пример, как мы будем работать, как мы будем подключаться, взаимодействовать. Сначала мы напишем клиента, потом напишем сервера и будем пробовать. Для отладки таких вот сетевых приложений очень полезная программа, которая называется Netcat. Она NC, ну или Netcat, по-разному в разных системах. Netcat умеет, ну, примерно все, что нам нужно. Netcat умеет работать в режиме клиента, это по умолчанию, то есть я, допустим, пишу Netcat, localhost, там 80 подключаем, я не помню, localhost на 80, да, или 10. Подключаюсь к localhost по порту 80. Собственно, задаю какую-нибудь простейшую HTTP-команду и получаю ожидаемый ответ, что не нужно так писать. Это режим по умолчанию режим клиента. Либо я могу указать режим сервера минус L. Например, netcat, listen, ну, там, допустим, там localhost. 9999. Netcat у меня будет читать. Netstat минус ATN. Вот у меня слушающий порт 9999 находится в режиме прослушивания. То я к нему, соответственно, могу подключиться Netcat. Netcat localhost 9999. Ну и вот. Вот она у меня вот ходит в одну и вторую сторону. Данные я пересылаю. Ну и я их могу, условно говоря, там перенаправить в пайпы. И тогда у меня будет уже
собственно, такой полноценный, ну, я могу написать простую программу, которая читает и SSD на записанный SDOUT, и ее с помощью пайпов ее перенаправить в Netcat и получить какое-то серверное приложение, если совсем просто это сделать. Вот этот Netcat можно использовать для отладки, и, как я здесь показал, и в режиме сервера, вот как здесь, и в режиме клиента, ну и мы с вами тоже будем это делать. Итак, что же нам нужно сделать, чтобы, ну, например, там подключиться, чтобы написать клиентскую часть для TCP протокола? Ну, тут обычно с этими сетями тоже связан такой достаточно специфичный набор include файлов. Давайте потихонечку с этим всем разбираться. Мне понадобится getAdderInfo, системный вызов, точнее библиотечная функция. Ну и так. Предположим, что у меня в argv1 будет хост, к которому я хочу подключиться. В argv2 будет сервис, к которому я хочу подключиться. Там в самом простом варианте это IP-адрес и номер порта. Ну, допустим, я первое, что я хочу, это преобразовать вот это вот во внутренний формат. Итак, getAdderInfo. GetAdderInfo возвращает свой код завершения, который отличается от переменной erner, с которым нужно работать отдельно. Ну, если он 0, то все ок, значит, соответственно, будет getAdderInfo. Адрес, номер, имя хоста и имя сервиса. Дальше мне нужно передать некоторые подсказки. То есть мне здесь важно указать, какой протокол, собственно, меня интересует. То есть struct info. Я хочу его проинициализировать. Мне, собственно, здесь нужен, по-моему, iFamily только нужен. Я хочу использовать протокол IP версии 4, классический протокол. Соответственно, Family я устанавливаю в значение 4, в значение IFNet. И тип сокета, обычный TCP-шный сокет. То есть SockString. Это мне важно. Потом я же в дальнейшем буду сокет с такими параметрами задавать. Все остальное не важно. То есть, как обычно, какие-то флаги, есть коды завершения. Так, это мои хинты, то есть то, что я хочу от этой функции резолвинга. И мне вернется список зарезолвленных адресов. Ну, то есть вот обратите внимание, что тут по сути двойной указатель. Вот это вот info у меня будет указатель на список. Функция getAdderInfo мне создаст список. Если там несколько IP-адресов, например, соответствуют одному и тому же символическому имени хоста, то у меня будет список возвращен. Я могу использовать любой элемент этого списка. Могу там случайно брать, могу первый использовать, неважно. Главное, что я здесь получу все. Ну и, соответственно, если у меня ошибка, не нулевое значение, то есть функция, называющийся GAI-STR-ERROR,
Давайте попробуем это скомпилировать и запустить. По крайней мере, проверим, что резолвинг какой-то у нас здесь происходит. Так. Программа. Так, stdio и stdlib не хватает, ну сейчас добавим. Давайте запускаем клиента, ну, например, localhost 80. Ну все, ок, произошло. Допустим, какой-нибудь кривой номер сервиса. Ну, вот, serve name не поддерживается. Мне, по крайней мере, такая ошибка получилась. Неправильный номер хоста. Ну, тоже какая-то ошибка получилась. А, прошу прощения. Вот Google.com и HTTPS нормально работают. Что-то есть такой адрес, что ли? Наверное, есть. Вот здесь такого адреса нет. То есть вот, по крайней мере, я отобразил строковое представление моих параметров хост и сервис, какое-то внутреннее представление. Как мы его дальше используем? А дальше я уже могу создавать сокет. Он у меня будет протокол family и net. Вот формально есть у меня константа для address family и для протокол family. По значению это одно и то же, но две разных константы. В общем, наверное, желательно их не путать. В сокете я использую протокол family. Там, где у меня возникают адреса, я использую константу address family. Протокол init, TCP socket, sockstream. И все остальное мне не важно. Ну, дальше, естественно, я проверяю, что... Давайте не буду я проверять. Для краткости. Все, сокет создан, и буквально сразу я этот сокет могу использовать для подключения. То есть я пишу сразу connect. И в connect. FD. Вот в системный вызов connect мне нужно передать структуру socadder и размер этой структуры, который я на самом деле беру из поле other info. Давайте посмотрим, что мне нужно оттуда взять. Я беру, давайте, вот socadder iadder, то есть я info, стрелочка, просто беру первый элемент списка. iadder. Info, iadder. Два поля, которые мне автоматически были заполнены функцией getadder info. Ну, если connect не случился, то лучше нужно какую-то ошибку напечатать. Вот connect мне возвращает ошибки стандартные, те, которые у меня в переменной R хранятся, поэтому я здесь использую стандартный механизм. Попробуем скомпилировать. Давайте я попробую обратиться к чему-нибудь недоступному. То есть клиент, допустим, localhost, connection refused. То есть у меня уже здесь вот getOtherInfo сработал нормально. И на этапе connect мне системный вызов connect выдал ошибку connection refused. Ну или там, я не знаю, я могу. То же самое сейчас получить от Google. Ну там гораздо больше задержки. А может, не получу. Вы видите, да, что Connect работает очень долго. Скорее всего, просто firewall у Гугла не пускает дальше
дропает пакеты, которые идут на порт 3333, и Connect вообще не получает никакого ответа от того сервиса, к которому он подключается. И через какой-то тайм, когда тайм-аут случится, мне, скорее всего, здесь будет ошибка тайм-аут. Дать что-нибудь другое, другой хост какой-нибудь. То же самое, да? Ну, то есть обычно такая вещь, что везде фаерволы, которые стоят на входе, дропают пакеты, которые, вообще говоря, идут на порты, не поддерживаемые данным сервисом. Ну, то есть мы будем во многих случаях здесь просто получать тайм-аут. Так. Ну, если мы напишем 80, то, как видите, достаточно быстро соединение было создано. Все, системный вызов Connect мне возвращает файловый дескриптор, точнее так, он устанавливает соединение, и в дальнейшем этот же самый файловый дескриптор я могу использовать, ну, чего хочу. Там, допустим, для чтения данных. Ну, давайте так сделаем. Отправляю команду куда-то на удаленный сервер и буду ждать. Читать все, что от него получу. Ну, так, для простоты совсем напишу. Буф, Z, конечно же. Юнисты, да, нам еще потребуется. Допустим, localhost 80. Вот я от своего localhost получил страничку вот дефолтную страничку моего Fedora сервиса. Какой-нибудь, я не знаю. О, вот тут вот я получил тоже, как видите, что-то я получил, много чего получил, тоже какую-то заглавную страницу сервиса. А, сервис unavailable, да. Ну, тоже сейчас на 80-м сервисе обычный plain HTTP мало кто поддержит. Обычно все редиректится в HTTPS, ну, по крайней мере, я какой-то текст в ответ получил. И так далее. Вот пример программы клиента. Вот Google мне отвечает, даже каким-то JavaScript ответил в большом количестве. Очень просто выглядит, по сути, особых отличий от традиционных средств типа пайпа или обычного файла нет. Все вот весь момент создания файлового дескриптора, и все, на этом как бы вся работа дальше сводится к обычному обмену с помощью read и write. Это клиент, они такой простой. Давайте теперь я попробую написать сервер и посмотрим, чем клиент отличается от сервера и что мы там должны сделать хитрого в сервере. Для сервера нам, ну, мы тоже можем использовать тот же самый getOtherInfo для байнда. Давайте мы тот же самый getOtherInfo и будем использовать. То есть точно так же, как в клиенте, я буду здесь просить два аргумента командной строки. Точно так же их буду заполнять. А, еще на самом деле сейчас. Для сервера нам обязательно потребуется номер порта. А, ну, номер сервиса у нас есть, да, конечно. Это просто его до сюда просто скопирую до сокета.
Заполнил AFNet, SockStream, GetOtherInfo взял. В info у меня будет необходимая информация. Ну, давайте попробуем дальше с этим разобраться. Пока все точно так же. Куча хедров мне сейчас потребуется. Давайте тоже для простоты хедры скопирую отсюда. Все, дальше уже начинается отличие. Первое, что мы должны сделать, bind. Вместо коннекта мы, по сути, делаем bind. Socket FD – это FD. SockAdder – вот давайте я вот эти два параметра тоже скопирую отсюда, из коннекта. Info AIAdder и info… Сюда все скопирую. Так. Ну, если bind не случится, то ошибка. Этого тоже недостаточно, поскольку это пока у меня привязка к какому-то адресу IP, ну, адресу интерфейса и номеру порта. Ключевой системный вызов здесь лист. FD, ну, там параметр 5 по умолчению, я его так и оставлю, который переключает, собственно, сервер в файловый дескриптор FD в режим прослушивания. На этом подготовка файлового дескриптора сокета завершена. Теперь мы можем, собственно, перейти к ожиданию соединения. Ожидание соединения – это системный вызов accept. И тут, ну, давайте сначала я просто сделаю accept. Сокет FD. Потом у меня здесь нужно будет уже передать новый адрес. Даже так вот придется чуть-чуть экстракт. Почему такой странный немного интерфейс? Вот сюда accept мне запишет параметры того моего хоста, с которого подключились, и newlen в него запишется размер структуры адреса подключения. То есть для TCP-IP соединения мне просто останется старое значение. Ну, как я уже сказал в самом начале, accept, connect, bind – это все рассматривались как универсальные средства межпроцессного взаимодействия, и в теории я здесь могу назад получить какой-то другой размер, нежели тот, который был передан на входе. То есть я инициализирую newlen, и по идее он может измениться. Но для TCP-сети это, конечно же, не произойдет. Вот, и дальше я могу, в принципе, распечатать параметры подключения. У меня есть функция вспомогательная init n2a. Которая мне конвертнет в строку то, с чего мы подключились, то есть процент %s. И могу еще номер порта распечатать, процент %d. New other, syn other, s other. И other simport. Окей.
и нет инту, а где у меня? Арпы нет, нет, нет. Набор include файлов, как обычно, в Unix достаточно хаотичный. Функцию подключил. Единственная сложность, которая у меня здесь возникла, так, здесь подправлю. Все, скомпилировалось даже. AFD не используется? Ну да, вот пока не используется. Вот, вот с этого момента, после того, как IFAccept закончился, у меня AFD будет, собственно, ну, файловый дескриптор, которым я уже могу выполнять обмен данными. Ну, давайте для, в самом простом варианте, что я могу сделать. Не знаю. Просто буду выводить все, что там приходит по нему. Вот самый простейший сервер, в лоб написанный. Давайте мы попробуем его проверить. Так, я запускаю, допустим, я его бандю на адрес 0000, на любой адрес, на порт 9999. Проверим, что он забандился у нас на этот адрес. Так, вот любой входящий адрес и порт 9999. Вот, то есть сейчас у меня моя программа ждет подключений по этому порту. Она находится в состоянии листинга. Попробую подключиться. Netcat localhost 9999. Пожалуйста, connected. Давайте проверим состояние подключения. Netstat. Вот, established, вот он наше подключение. Единственное, что что-то мы здесь напутали с номером порта 34082, а здесь вот другой на самом деле. Да, это так, это наша ошибка. Как я сказал, у нас все... Все системные структуры данных передаются туда и обратно в и из системных вызовов в порядке сетевом порядке байт, то есть в порядке бэкэндинг. Нам нужно их перекодировать. Network to host short simport. Здесь это делать не нужно, поскольку мы конвертируем в строку, а здесь, поскольку мы конвертируем между числами, нужно преобразовать из сетевого порядка байт в локальный. Давайте перекомпилируем. А вот мы здесь еще столкнулись с другой особенностью. Как вы видите, bind мне не сработал, поскольку адрес already in use. Ну, да, он действительно in use. У меня есть активное подключение. Ну, вот поэтому bind может не сработать пока что. Плохо, с этим есть, можно бороться. Там есть специальные два системных вызова, которые это борют. Давайте мы пока просто переключим порт. Вот теперь номер порта у меня выводится правильно. Ну и, собственно, адрес подключения тоже правильный. Ну, давайте проверим, что данные передаются, что ли. Вот, пошли данные. Вот, передаются. Обратите внимание, что NC сам по себе ничего не выводит на STDOUT. Вот то, что я вижу на STDOUT, это просто эхо. То есть это то, что выводит драйвер терминала. В стандартном режиме обычного ввода с терминала, когда у меня весь ввод непосредственно сразу же выводится обратно. То есть NC к этому выводу отношения не имеет. Он все, что ему вводится на STDIN, он отправляет сюда, в мое серверное приложение, а серверное приложение, вот оно его уже выводит.
Какая есть проблема у этого стерео приложения? Что будет, если я сейчас подключусь к другим клиентам уже сюда, к тому же самому серверу на порт 9998? Так. Другой клиент. NC, localhost 9998. И как-то ничего не будет. Потому что вот мой сервер. Он умеет в этой модели обрабатывать только одного клиента. То есть вот он сделал один раз accept и стал заниматься вводом-выводом с этим клиентом. Это, вообще говоря, ну странно. Если я пишу сервер, то я, как правило, должен его писать так, чтобы можно было обрабатывать много клиентов. И вот здесь вот как раз мы сталкиваемся с основной сложностью, которая у нас возникает при разработке такого рода серверных приложений. Как одно и то же серверное приложение может обрабатывать одновременно несколько клиентов? В чем у нас здесь возникает проблема? У нас здесь, по сути, accept у нас создал новый файловый дескриптор. У нас остался старый файловый дескриптор, плюс появился новый файловый дескриптор. И теперь, получается, если я хочу взаимодействовать с этим клиентом и еще одновременно ждать подключения, то мне нужно уметь работать с двумя файловыми дескрипторами одновременно. И с FD, на котором я ожидаю новых подключений, и с AFD, на котором у меня идет обмен. Если у меня появится еще один новый клиент, мне нужно еще один файловый дескриптор добавить, еще один файловый дескриптор добавить, и так далее, и так далее, и так далее. У меня может быть сотни, тысячи, и даже десятки, сотни тысяч файловых дескрипторов. Как мне в рамках одного и того же процесса с ними работать? Вот здесь вот есть несколько вариантов, которые мы с вами в дальнейшем будем аккуратно рассматривать. Первый вариант, который мы буквально сейчас посмотрим, это отдельный процесс на каждого клиента. Второй вариант, который мы рассмотрим там на следующий раз, это специальный системный вызов select или epoll. И третий вариант, который мы рассмотрим чуть попозже, это отдельная нить на каждого клиента. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы, свои минусы. Ну и понятно, что там в каждой конкретной ситуации нам нужно выбрать наиболее подходящий способ того, как мы хотим выполнять обработку клиентов. Давайте мы начнем с самого простого варианта, с отдельного процесса на каждый клиент. Это совсем просто делается из того, что у нас уже есть. А именно, у меня вот этот процесс-родитель, который здесь выполняет accept, он у меня будет отвечать только за новое подключение. Ну, то есть давайте я сделаю бесконечный цикл, по сути. Ну, а серверное приложение обычно есть бесконечный цикл, который бесконечно ожидает новых подключений. Он у меня ждет accept. Создался новый файловый дескриптор, и уже вот под новый файловый дескриптор я создаю отдельный процесс. Давайте так сделаем. Ну, для простоты я не буду сейчас проверять в сыне. Так вот, и write я для простоты опять-таки заменю, чтобы каждый раз получать bit. Собственно, отец у меня будет отвечать за подключение новых клиентов, сыновья будут отвечать за обработку. Что мне еще здесь осталось сделать? Значит, здесь, очевидно, мне нужно будет... Ну, да, завершится. Кроме того, вот этому процессу, который у меня занимается с конкретным клиентом, в принципе, не нужен файловый дескриптор FD. То есть здесь его можно и закрыть. Отцу, после того, как
процесс SYN создан, в общем, уже не нужен файловый дескриптор. Мы его закрываем здесь. Ну и все. И последнее, что имеет смысл делать, это регулярно прибивать всех сыновей, которые у нас будут накапливаться в состоянии зомби. Самый простой вариант, например, делать это так. While waitPID минус 1 нам все равно. Что с процессом случилось, нам все равно. И опция vnohang. Давайте лучше здесь вот сделаем. Итак, вот у меня получилось уже нормальное практически серверное приложение, в которое на каждого клиента порождает отдельный процесс. Отдает ему файловый дескриптор, полученный из акцепта. Вот здесь вот мы работаем с AFD. Сама же про этот файловый дескриптор забывает родитель, отец забывает и переходит к новому акцепту. Давайте попробуем, как это все будет работать. Значит, bind адрес произвольный, номер порта, допустим, там 10 тысяч. Подключаемся первым. Десять тысяч. Connected. Что-нибудь ввожу. Вот, собственно, мы получаем из этого PID процесса, который обрабатывает, и полученные данные. Давайте другой процесс, NC, localhost, 10 тысяч. Connected, вот с другого порта подключились. Ну, тут, соответственно, у меня под работу с этим получился другой PID. Ну, и дальше вот у меня параллельно работают два сына, и они обрабатывают, соответственно, два клиента, которые к ним подключились. Вот первый сын, вот второй сын. Вот, собственно, у них сокет, по которому они взаимодействуют. У отца сокет, ну вот у него, обратите, номер 4, третий номер файлового дескриптора закрыт отцом. У отца accept сокет. С номером 3, на котором он ждет. Ну и вот отец и два сына занимаются обработкой серверной стороны. Вот подключение к 10-тысячному порту. Раз. Вот простейшая реализация программы сервера, которая на каждый процесс, на каждого клиента создает новый процесс. Чем она хороша? Она очень простая и, соответственно, это буквально все здесь. Какие же у нее есть недостатки? Ну, понятно, что эта реализация не очень масштабируемая. То есть, если я, например, сделаю хотя бы там 10 тысяч подключений или 20 тысяч подключений, то, скорее всего, у меня просто закончатся файловые дескрипторы, и, ну, и все, и я просто не смогу, прошу прощения, закончатся процессы у меня в операционной системе, я просто не смогу создать очередного процесса, чтобы обработать новые подключения. То есть у меня это масштабируемое решение, пока у меня хватает процессов. Это первый недостаток. А второй недостаток этого решения связан с тем, что обработка клиента выносится в отдельный процесс.
И если мне необходимо, чтобы два клиента как-то взаимодействовали друг с другом, ну, какой-то там чатик был, или, я не знаю, там какой-то пересылка данных между ними, то это сделать вот такой модели очень сложно. Нужно, чтобы как-то еще эти два процесса сына еще между собой взаимодействовали, помимо как с клиентом. То есть модель, в общем, не работает. Но, тем не менее, эта модель вполне себе рабочая. По этой модели мы можем делать, например, там, тот же самый SSH работает по этой модели. То есть каждое новое подключение у него создает новый процесс, и уже дальше работа с клиентом создается в рамках нового процесса. Простейший HTTP-сервер тоже может работать по этой модели. На каждое новое подключение можно создавать отдельный процесс, там FTP и так далее. То есть такие вот сервера, у которых нет глобального состояния всего сервера, у которых для каждого клиента есть только свое состояние, их вполне можно делать по этой модели. Ну, конечно же, пока мы не упремся в лимит на количество процессов, которые у нас можем создавать в системе. Вот, в дальнейшем мы с вами уже рассмотрим более продвинутые средства организации серверных серверов. Вот, если у вас вопросы по TCP-сокетам, по клиентской или по серверной части? Так. Что еще тогда хочется сказать? Так, у нас сколько времени у меня там осталось? Наверное, минут 10 есть. А если вопросов с сокетами нет, давайте я еще буквально несколько слов скажу о таком механизме межпроцессного взаимодействия, как FIFO, они же именованные каналы. Это некоторое такое... Промежуточный вариант, по сути, между сокетами, которые у меня позволяют взаимодействовать между разными хостами в рамках сети, и пайпами, которые предназначены для взаимодействия отца и сына, или там нескольких сыновей, в общем, родственных процессов. FIFO или именованные каналы – это, в общем-то, обычные пайпы, как то, что я создаю с помощью системного вызова pipe, но, как следует из имени, у них есть имена, то есть у них есть точка привязки в файловой системе. То есть вот я, условно говоря, у меня есть системный вызов mkfifo или же шелловского утилита mkfifo, и я могу где-то там в каком-то каталоге, неважно, в TMP-каталоге или в моем рабочем каталоге, вот эту вот точку привязки FIFO, как-то ее назвать. Допустим, MKFIFO, ну, там, не знаю, FFF. У меня появился в текущем каталоге файл с именем FFF, у которого тип файла является P, то есть pipe. Ну, то есть здесь P, мы его всегда называем FIFO. И у него размер 0. И вот это вот имя, оно используется просто как некоторое имя для того, чтобы я его мог использовать в системном вызове open. То есть я могу сделать так. Cat перенаправить в FFF с одной стороны. И с другой стороны. Так, сейчас другой shell открою. Вот здесь, наверное, в этом shell.
перенаправить обратно. Да, вот. Вот здесь вот у меня есть два процесса CAD. Первый процесс CAD. Так, пишу, нужно нам. Нужно, где у меня первый CAD был. Вот, вот у меня пара из двух CAD-ов. Этот CAD записывает, и этот CAD считывает. Поскольку где-то здесь внутри у меня выполнился системный вызов open, вот в момент выполнения системного вызова open, когда, на самом деле, когда пара в двух процессах одновременно выполняется open на чтение и open на запись, создается пайп. Вот из этого момента у меня между этими двумя процессами доступно, соответственно, как обычный канал. То есть я пишу сюда и считываю здесь. Он однонаправленный. Вот от, получается, от этого процесса к этому процессу и работает точно так же, как обычный пайп. Да, и нужно сказать, что сокеты тоже работают как пайп, в том смысле, что write может нам дать sigpipe в случае, если сокет плохо закрылся с другой стороны, и read нам дает 0 в случае, если на другой стороне нет данных. Точно так же вот FIFO здесь. Как только я, например, ну вот, допустим, я здесь эту сторону пайпа закрываю, и тут я получаю sigpipe в этот процесс. Вот, на самом деле, сигнал sigpipe. Если я закрываю его нормально, то со стороны чтения я получаю 0 читанных байт, получаю признак конца файла. Собственно, вот такие именованные каналы. И на уровне системных вызовов работа с ними. Собственно, вот у нас есть системный вызов mcafifo, который создает, точно так же, как у меня шеллская команда mcafifo, системный вызов создает по имени pass, объект, точку привязки, FIFO, то есть именованного канала. Когда он мне больше не нужен, я его уничтожаю с помощью системного вызова unlink. А дальше я его открываю на чтение с помощью open rd only и открываю на запись с помощью open write only. Ну и поскольку нам нужно, чтобы в момент FIFO создается в момент, когда у нас есть вот эта только пара операций в двух процессах, то любое из открытий заблокируется, то есть процесс будет переведен в состояние ожидания, пока не появится парная к нему операция. То есть если я первым открываю на запись, процесс, который пытается выполнить открытие на запись, заблокируется, пока не появится парное открытие на чтение. И наоборот. Вот в тот момент, когда у меня появилась парная операция открытия на чтение, открытия на записи, в этот момент обе эти операции считаются успешными, и канал создается. И дальше он работает, дальше он ведет себя как обычный FIFO. Это как обычный канал типа pipe. Дальше уже другие процессы могут уже присоединяться к этому каналу, и он уже будет считать открытым, и они просто будут получать файловый дескриптор, ну, либо на записывающую, либо на считывающую сторону этого канала, точно так же, как у нас с пайпами, мы могли получать новые файловые дескрипторы с помощью DAP. Когда, вот, собственно, когда файловый дескриптор, например, все файловые дескрипторы записи будут закрыты, на стороне чтения будет получен признак конца файла, размер считанных данных 0. Когда все файловые дескрипторы чтения будут закрыты, запись получит sigpipe при попытке записи. Вот это вот парная операция открытия, после чего мы с ними дальше работаем, как с обычным pipe. Так, ну и, соответственно, вот у нас здесь, ну, наверное, это все, что нужно сказать про открытие канала. Так, для чего нам может быть полезен вот такой вот FIFO? FIFO в комбинации с обычным пайпом мне может закольцевать вот вывод обычного процесса. Вот, допустим, вот я делаю netcat. Нет CAD, допустим, подключаюсь к localhost 8.80, перенаправляю вывод в FIFO, нет, наоборот, перенаправляю ввод из FIFO и перенаправляю вывод в pipe. Вот DFFF у меня FIFO, вот, который я до этого создал. Другой процесс CAD, например, тот же самый или любой другой, не знаю, он наоборот, он
Ввод перенаправляет из пайпа, а вывод перенаправляет в FIFO. Какой будет эффект у этого перенаправления? У меня процессы netcat и обычный cat просто окажутся связанными в кольцо. Все, что приходит из сети, будет отправляться на стандартный поток ввода процесса cat, а все, что процесс cat будет на стандартный поток ввода, будет отправляться в сеть. Ну, собственно, если свободный цепь, такой простейший питон какой-нибудь обычный, там, и таким образом его подвязать к сети. Ну и точно так же я могу, это вот у меня клиентская часть, точно так же я могу сделать серверной частью, то есть переключив netcat в режим прослушивания, netcat минус p, я буду, минус listen, прошу прощения, я буду точно так же могу закольцевать какой-то другой процесс со стороны прослушивания. Так, вот одно из применений FIFO, другое применение я могу просто перенаправлять данные из одного процесса в другой. FIFO тоже, как вы видите, FIFO у нас работает с помощью обычного файлового API и имеет точки привязки в файловой системе. То есть у нас еще один объект является файловым дескриптором. То есть мы уже знаем, что у нас бывает неименованный канал, у нас бывает именованный канал, у нас бывает сокет, у нас бывает сигнал FD, у нас бывает регулярный файл, у нас бывает терминал. То есть у нас куча всех объектов, с которыми мы можем обмениваться, является файловыми дескрипторами. Дальше мы еще больше объектов будем здесь рассматривать. Есть ли у вас вопросы теперь про FIFO? Отлично. Ну, давайте тогда мы на этом с вами закончим. Я рассказал про сокеты, рассказал про FIFO. В следующий раз мы попробуем рассказать про другие средства, которые у нас есть, которые позволяют эксплуатировать файловые дескрипторы, и начнем уже разбираться с EPO. Все тогда, если вопросов нет. Вопросов нет, я так понимаю. Вопросов нет. Тогда спасибо за внимание и до свидания.